Несколько дней назад в сети появились снимки больной Анастасии Заворотнюк. Актриса изменилась до неузнаваемости, но блогер Рустам Солнцев опознал на фото, опубликованном в интернете, больную актрису. Снимок был сделан с видеорегистраторов. На нем фигурист Петр Чернышов запечатлен за рулем машины. Рядом с ним, предположительно, его супруга Анастасия Заворотнюк. К сожалению, это Настя. А что вы хотели увидеть, ребята? Она еще неплохо выглядит. Не такое огромное лицо, короткие волосы. Рак никого не красит, сказал на своем YouTube-канале Солнцев, слова которого приводит телеграм-канал «Неопроблин». Заворотнюк в настоящее время 50 лет. В мае 2020-го стало известно, что у нее обнаружили злокачественное новообразование мозга. С тех пор она находится на лечении и вроде бы ей становится лучше. Актриса замужем за Петром Чернышовым с сентября 2008 года.